И всем своим здравствуйте, ребятушки, с вами Шведомёт. Сегодня мы пойдем посмотрим с тобой игрушечку, которая называется Evil Inside. Это, насколько я понимаю, инди-хоррор. Может быть, не инди, но, скорее всего, инди-хоррор. Поэтому мне захотелось сегодня побояться с тобой, посмотреть, что же это будет за потрясающая такая игра, и будет ли она вообще, значит, какой-то интересной. Вот, надеюсь, что тебе понравится хоррор. Я думаю, что ты не умеешь бояться, так как я, да? Поэтому давай вместе с тобой насладимся обзором этой потрясающей игрушечки. Evil Inside. Погнали. Новая игра. Новая игра. Для наилучшего игрового опыта советуем играть с наушниками с выключенным светом. А как я могу с выключенным светом, если я обзор для вас? И у нас теперь срочные новости с севера Орегона, США. И с места преступления ведет прямой эфир наша репортерша Мэри Джейн Андерсон. Благодарю, Джо. Роза, пропавшая в прошлый понедельник женщина, была найдена мертвой. Криминалисты нашли фотоаппарат у колодца, в котором найден был ее труп. Ее муж, подозреваемый убийца, был арестован. Мы детективы, что ли, получается? Детектив-шведомет, как бы. Детектив-шведомет, дело хорошее. Кстати, ты лайк завез? А, не забыл, все, хорошо, молчу. Слушай, мы идем то ли по какой-то гостинице, то ли какой-то частный дом, пока не ясно. Скорее всего, гостиница, потому что очень унылые и интересные интерьеры. И сегодня мы будем бродить по унылым интерьерам. Звони телефон. Алло, ёпта! Кто здесь? Алло? Алло. Здорово, Марк. Давно не болтали. Твою мамку до сих пор жалко. Но это было уже давно, как бы уже месяцы прошли. Да-да, извини. Слышь, ты умеешь связываться с духами? Да, а что такое? Мне нужно связаться с мамой. Ёпта. А чё его таращит? Он бухой, что ли, ходит? Бухой ходит в срачелу по коридору. Во. По коридору. Он реально, он шел вот так вот, аж это, шатался. Да, его видимо, кроет, ребят. Подожди. Тихо, блядь, это же только начало. Это же только начало игры. Зачем ты так делаешь? Ладно, собрались. Доска Уиджи. Дай мне знак. Дай мне знак. Какая твоя любимая комната? Ты женщина или мужчина? Ты здесь? Ты сука. Доска Виджи. Так, мы... Ой, а что с управлением-то так печально? А, ну ладно, будет, значит так будет печально. Значит будем управлять так. Блин, слушай, а прикольная графика. Графика достаточно прикольная. Играть интересно. Но мне знаешь, что не нравится? Возобновить. Выйти в главное меню, несохраненный процесс будет потерян. Ну хуй стать, хрен с тобой, извините за французский. Надо мышку настроить нам с тобой, и сейчас мы это сделаем. Кстати, держу тебя в курсе, посмотрел в настройках. В настройках мышка никак не настраивается, поэтому если вот с такой мышкой нам придется с тобой от кого-то бегать, это будет просто сратотулька. Могу сказать, даже с учетом, что это инди-игра, ребятки, даже ламинат сделал шедеврально. Графика, в принципе, очень крутая. Отец в тюрьме остается лишь приглядывать за своим младшим братом. Угу, хорошо. Как открыть? Но с такой мышкой играть это неимоверный калич. Реально, это очень ужасно. Какой-то старый дом. Слушай, для инди-проекта довольно-таки классное освещение сделано, как минимум. Так, какой-то замочек. А взаимодействовать, насколько я понимаю, мы пока никак не можем с этим всем. Чем-то, кстати, графика напоминает игрушку Визаж. Если ты играл в Визаж. Так, здесь закрыто. Очень кайфово сделано освещение. Прям действительно очень хорошо. Пылинки, освещение. Я не знаю, я бы на месте разрабов бы даже чуть-чуть бы подзапилил что-нибудь, и игруха вообще была бы шедевром. Так, у меня есть... Ой! Блин, он просто разговаривает. Работает какая-то рация. Давай возьмем. Джеки? По рации орет какой-то Джеки. Какая-то пицца. Блин, ребят, это шедевральная игра. А жалко, что это только пролог у меня, но ничего страшного. Пока что это пролог, а там, глядишь, может, приобретем.
Хум, милый дом. Так, у нас здесь вроде ничего нету, мы здесь... На шифте мы можем ходить, кстати? На шифте можем ходить, но мышку, мне кажется, они специально такую калечную сделали, чтобы да, можно было максимально депрессивно убегать. Все двери у нас закрыты, мы ничего сделать не можем, это очень странно. И взаимодействовать ни с чем, кроме рации, я пока не могу, да? Стоит какой-то телевизор, но здесь ничего нету. Холодильники закрыты, все закрыто, пожрать нам нечего, понимаешь, своего прыгать тоже нечего. Ладно, идем обратно. Какие-то картины еще висят. Слушай, довольно-таки интересно. Это, по-моему, экспрессионизм, да? Я не знаю. Я так лишь бы поздануть. Что это было? Что за херня? Я тоже это слышал. Ладно, может, я все-таки могу выйти из дома? Спасите, помогите, пожалуйста. Дверь закрыта, тикают часики. Так, я не могу открыть сундук, я не могу открыть. Блин, управление максимально количественное, я не могу это, как это играть-то? Как этим управлять-то? Если сейчас какая-то ебалейла нападет, я даже развернуться ж не успею. А мы не любим, когда на нас нападает ебобо. Что? Здесь очень темно. Какого? Меня на минуту вырубило, и теперь я тут какого-то хера очутился? Блин, чувак, я сам не понимаю, что происходит. Как выйти-то? Подожди, как выйти? И, во-первых, как и куда? А, понятно, почему пролог. Потому что здесь вообще, в принципе, непонятно, куда идти и что делать, как бы. То есть это даже похлеще, чем визаж, получается, да? Книжки, туалетная урна, цветочек. По прямой открылась дверь. Сюка. По прямой открылась дверь. Здесь никого нету. Блин, ребята, графика, я в восторге. Вот если бы фазмофобию добавили, такую графику было бы вообще мега классно. Прям вот реально фазме вот такой графики прям вот добавить. И персонажей чуть-чуть не таких квадратных конченых, а прям поинтереснее, покрасивше было бы вообще хорошо. Дай мне знак, ты здесь, нет? Дай нам знак. Ты женщина или мужчина? Покажи себя. Покажи сысы. Смотри, там люстра шатается. Я там ничего не делал. Там уже шатается люстра, чтобы ты понимал. Это довольно-таки подозрительная подозрительность. Интересная интересность. Коварная коварность, в конце концов. Daily News. Breaking News. Хорошо. Ладно, фонарик, лампочка. Почему я ничего не могу лутать? Чего в этой игре делать, кроме того, как мышкой реально приходится дважды мышку поворачивать, чтобы ты понимал. Чтобы она куда-то повернулась. Так, есть какой-то переключатель? Давай переключим переключатель. А, мы не можем. Это привидение, наверное, выключит, я понял. Да! Кто закрыл за мной дверь? Давай перемещаться по фонарям. Я чувствую подозрительную подозрительность. Блять! Это просто дверь? Это просто дверь. Какие мерзкие звуки! О! Что за херня? Это мне реально сейчас напоминает визаж. Не Resident Evil Village. Нет, не путай. Визаж, игра визаж. Где по дому ходишь и через разные комнаты. И везде попадаешь в какие-то непонятные двери. Вот мы прошли опять же по кругу. Только теперь... У нас здесь открылась новая дверь. Здесь никого нету. А у меня в любом случае ни оружия, ни хера нету, поэтому нам в любом случае в детстве... Ай, блядь! Сука! Тварина! Санина! Я не видел, что это было, потому что у меня экран был отвернут, но... Сука! Это было эпично. Обсирашки. Вот поэтому я не люблю хорроры. Я не люблю хорроры, чтобы ты понимал. Сука, я реально обкакался. Так, здесь мы ничего не можем открыть. Опять эта же тумбочка. Смотри, Breaking News, Daily News. Почему-то в детской колясочке что-то играет, в детской кроватке. Фу, сука, страшно было, пиздец. Здесь кто-то лежит. Сейчас какая-нибудь хуйня на нас нападет. Блять! Блять! Вы слышали? Слышали? А я слышал. Я кого-то слышал. Я могу с тобой сделать что-нибудь, маленький? Маленький! Ты женщина, мужчина? Там дверь где-то открылась, ребят. Там где-то открылась дверь, это очень стрёмно.
Ой, он перестал ныть. Почему у меня нет фонаря? Атмосфера реально визажевская. Это жесть. Блин, управление, конечно. Советую попробовать, ребят. Evil Inside. Демон внутри. Или дьявол внутри. Очень круто сделано. Очень атмосферно, но... делает прям отсылочку к... Я уж говорил, миллион раз одно и то же. Так, здесь мы ничего пока взять не можем, да? Подозрительные часы. Подозрительные часы. Я подозреваю подозрительность. А где тикают часы? А где тикают часы? Они где-то везде тикают. А, надо мной вот они. Надо мною тишина. Небо полное дождя. Так. Звонит телефон. На кухне, да, где стояла рация. Здесь включили телевизор. Ребят, телевизор был выключен, кстати, помнишь? Помнишь? Тебе нравится хоррор? Нет, напиши обязательно, что думаешь по поводу этой игры. Мне будет приятно увидеть твое мнение. Телевизор. Я могу с ним взаимодействовать? Я не могу с ним взаимодействовать никак. Сейчас со мной кто-нибудь будет взаимодействовать. Я чувствую это. Жрачки нету. Фонарик у меня тоже нету. Свет я никакой включать не могу. Я могу бегать на шифте. Шифт такой, очень, очень посредственный. Вот это неясно сейчас было. Я слышал отчетливо телефонный звонок. Я слышу отчетливо... А, вот же телефон. Стример не тупой. Алло? Алло? Ёпта. Тихо, 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 тихо. Ты зачем дышишь в трубку? Ты там дрочишь на том фоне, что ли? На том проводе. На том конце провода. Кто-то дергал в трубку. Это ты? Сык, там опять дверь открылась. Там опять дверь открылась. Уй, сука. Ты чувствуешь, насколько унылые эти интерьеры? Ты тоже очкуешь, да? Бойся, бойся вместе со мной, чтобы мне одному страшно не было. Так, ладно, все. Мы не боимся хорроров. Я никогда не боялся хорроров. Зачем ты мигаешь? Зачем ты там мигаешь, фонарик? Бля, можно хотя бы кий взять, пожалуйста, чтобы заебенькать, если что, в голову? Давай подойдем, стопудово, надо подойти, сейчас какая-нибудь шляпа на нас выскочит. Опа. Опачки! Вы знаете, что это? Если ты знаешь, что это такое, напиши в комментарии, если ты понял. Если ты понял, что это и для чего это нужно. Пиши в комментарии обязательно. Так, отлично, это хорошо. Мы нашли детальку. Мы нашли одну деталь. Мы нашли одну деталь, это очень хорошо. И если мы соберем все, то будет вообще шедеврально. Тогда мы сможем выйти на связь. Свет мы выключить также не можем. Ну что? Я не боюсь тебя! Ёпта. Опять этот же коридор. То есть ты понимаешь, да? Мы с тобой, значит, ходим по кругу. По кругу в этом доме мы с тобой, значит, шарахаемся. Происходят какие-то непонятливые непонятности и страшные. О! Паровозик! Маленький! Куда ты поехал? Я с тобой. Паровозик. Паровозичек. А чё ты остановился? Маленький. Почему паровозик остановился? Я не понял вот это сейчас. Он же ехал. Он же так хорошо ехал. Маленький! Маленький! Опа. Мы в прошлый раз, когда к мелкому подходили, там, по-моему, не было такого жесткого фона. А сейчас как будто какой-то монстр напевает колыбельную. Такой. Таким еще голосом, блин. Сюка. Так, шкаф мы можем открыть? Шкаф мы не можем открыть. Здесь мы можем, мы не можем. Ладно, пойдем за паровозом. Паровозик! Паровозик, облачко. Он бежит, качается. Нам не страшно. Ай, блядь! Сука! Фух, нам не страшно. Подумаешь, какая-то ебоба упала. Сундук.
Нет. А как я угадаю пароль, если я не знаю пароль, как бы? А как его пролистать вообще, как бы? На мышку? А я не знаю. А как я узнаю пароль, если я не знаю пароль? Подожди, у меня есть подсказки, может, какие-то? Инвентарь, у меня нет ничего такого. А как я узнаю цифры, какие мне надо ввести? Знаю. Знаю. Пойдем. Там 4 цифры было. 4 цифры, возможно, это может быть время с будильника. 09:59. Давай попробуем. Я знаю, что это бестолковая задумка, но других вариантов у меня вообще нету, как бы, понимаешь? Других вариантов нету, и самое главное, не бояться в этих играх. Потому что когда ты начинаешь бояться, ты начинаешь паниковать, и ты начинаешь паниковать. А может быть, пароль — это время от часов? Время на часах может быть паролем. Может быть, пароль — время на часах. Ладно, 09:59, давай попробуем. 09:59. Значит, там 09. Ради интереса, я хз на самом деле. 09:59, да? Давай. Логика капитана, очевидность. Ну? Че, хер? Конечно же, хер. Ладно. Ищем какие-то подсказывательные подсказки. У нас должны быть подсказки. 09:30. Давай попробуем 09:39. 09:39. Давай попробуем. 09, значит, а? 39. Ну, типа, время, которое сейчас находится в доме. Сука, тоже нет. Тоже нет. Ладно, пойдем искать. Нам нужно с тобой найти логин, пароль от вот этого сундука. Атмосфера ужаснейшая. Если ты играл в эту игру, обязательно напиши, стрёмная она или нет, потому что начало меня очень угнетает прям. Атмосфера, конечно, не настолько стрёмная, как визажи, но тоже довольно-таки очково. Причем играть приятно. У тебя нету такого, что ты как в визаже сидишь. Опа, я нашел какой-то пароль. Нету такого напряжения, когда в визаж ты сидишь и прям вот тебе впадло играть, понимаешь? Тебе начинает казаться, что вот этот призрак, зомби везде, и оно накладывает не совсем положительный отпечаток. Ты просто идешь и очкуешь. А здесь тоже очкуешь, но по-приятному. Как... Так, у нас есть какая-то бумажка. И, возможно, здесь есть пароль. И пароль я знаю какой. Смотри, у нас разными цветами нарисован дом, цветок, дерево и солнышко. Это значит цифры. Значит, это цифра 4, 1, 6, 2. 4, 1, 6, 2. 4, 1, 6, 2. Давай попробуем. 4, 1, 6, 2. Давай. 4, 1, 6, 2. 4, 1, 6. Ой, чё я как суслик свистнул. 4, 1, 6 и 2. Да? В смысле нет, блядь? 4, 1, 6, 2. Что не так-то? 4, 1, 6, 2. Вот, я же взломал секретный пароль. Вот же. Ну подожди. Смотри. Смотри, значит. Нет, цвета не совпадают с цифрами. Цвета с цифрами не совпадают абсолютно, это работает по-другому. Это нужно провести лабиринтик, чтобы понять, к какой цифре ведет. Давай поймем вместе. То есть ты понимаешь, да, про что я говорю? Я-то думал, цвета — это циферки, которые разными цветами написаны. А это специально запутанная запутанность. Ну, мы сейчас с ней разберемся. Значит, домик ведет у нас. Домик ведет у нас к цифре 2. Цифра 2. Цифра 2. Значит, 2, 9. 2, 9. 2, 9. Странно, а дерево никуда не ведет. Значит, 2, 9. Хрен знает что. И единичка. 2, 9. Хрен знает что и единичка. Ладно, давай, сейчас мы вычислим. 2, 9, хрен знает что и единичка. Окей. Значит, 2, 9, хрен знает что и единичка. А вот эту хрен знает что мы сейчас с тобой будем подбирать. Потому что что?
Потому что мы профессионально подбиратели в играх, как бы. Мы профессионально подбираем. Открыли? Хрен. Единичка. Открыли? Хрен. Двоечка. Нет. Трешечка, наверное. Ну, пожалуйста. Нет. Сюка. Четверочка. Нет. Пятерочка. Яй! Пятерочка. Угу. Стример не тупой. Мы нашли какой-то ключ. Золотой ты мой человек. Ля какой, смотри как. Ребятки, блин. Вот графика маленьких деталей, насыщенность освещения, игра тени и света в этой игре, недорогой, я бы так сказал, игре, очень офигенно. Неимоверно классно. Так, мы нашли какой-то ключ. Возможно, это выход из дома. Нет? Подожди, давай инвентарь нажмем. Почему у меня нет инвентаря, кстати? У меня нет инвентаря, кстати. Так, думай. От чего может быть эта дверь? Пойдем налево. Пойдем налево. Дверку мы откроем. Но это все не они. Это все не эти двери. Идем обратно. Блин, вот единственное, мышку. Мышку бы они переделали, было бы лучше. Реально, а так это... ужасненько. Так, хорошо. Идем с тобой. Заходим в дверь. О, дверь какая-то на чердак. Дверь на чердак. Фу, не страшная хуйня. Почему так темно? Подожди, а можно посветлее? Нельзя. У меня реально в этой игре сразу ассоциации с визажем. Здесь тоже на втором этаже, смотри, дальше есть двери. Стоит крест и икона. Ну, не икона, точнее. Ой, смотри, избушка какая красивая. Очень интересно. Олень. Олень, мистер олень! Так, это, видимо, вот это персонаж. Персонажиха. Почему здесь так темно, сука? Ненавижу темноту. Я с детства ненавижу темноту, кстати, поэтому в визаж мне было очень страшно играть. Это реально напоминает визаж. Смотри, второй этаж, он в копия один в один, как первый этаж. Мы тоже спускаемся, смотри, там стоит бильярдный стол. Но нам надо туда спуститься. Нам нужно туда спуститься. На шифте, бежим. Да, и мы опять оказываемся в этом здании, ребят. Опять же этот подвал, опять же этот бильярдный стол. Стиралка стоит. Также освещение мигает. И есть какая-то деталька. Вторая деталька. Отлично. Мы нашли вторую деталь. Если ты знаешь, что это, если ты не увидел тот кусочек. Если ты знаешь, что я нашел, часть чего, пиши в комментарии обязательно. И для чего это нужно, тоже напиши, потому что я не секу. Ладно, пошли дальше. Лариса Мирабелла. А вот этот коридор, насколько я понимаю, это чисто, знаешь, как определенная подгрузка уровня идет. Судя по всему. Пойдем дальше. А, ну да. Это же мы проходили с тобой пролог к игре Evil Inside. Пиши, значит, свои комментарии под этим видео, что думаешь, значит, любишь ли такие хорроры, если ты знаешь, что за детальки мы нашли. Обязательно тоже дай мне знать, для чего они нужны. Не забудь прожать лайк, подписывайся на канал, обязательно ставь, пожалуйста, уведомления, чтобы не пропускать различные стримчики и видео на канале Шведомёт. С тобой был я, до скорой встречи, пока.